Строительство торговых павильонов улицы Пушкина, район рынка, докладчик тот же, да? Интерсекция строительства Пушкина и Индепенденции, номер 5, экзистенты. Гарду, экзистенты. Пропоним, рядом, шерди, павильоны, помечали. Спрохаться от Отавы, алло, досить было 10 метров. Фотографии экзистенты, гарду, граница спасибо. Ну теперь гарточки, потом ревёни, гамма гриб, неутрис, ну трагет, мария тенция справа, сапы, ну помню, дрозона жама. Есть монумент. И какая-то региона принтальная партия. Как все эти композиты. Ладно, металл. Я понимаю, что это набор типовых торговых павильонов, которые вы их повторяете. Просто есть и перепад здесь, и мы блоками. Да, блоками. Площадь одного блока. Одного блока 12 квадратов. Я потому что можно. Мы оставляем въезд в рынок отсюда. Должен быть. Идея такая, что можно было бы разработать эти блоки таким образом, что они не нуждались, например, в углубленных фундаментах, чтобы разработать этот один блок из металлоконструкции Сиполгон, ставить и с учетом, что далекая перспектива на перенести, чтобы можно было решить вопрос о переносе, когда это. Ну, можно. Ну, то есть Руслан Михайлович как-то дипломатично сказал требования, которые должны быть к этой территории. Здесь строения могут быть только временного характера. Поэтому все конструкции, чтобы потом не возникало вопросов скандальных, должны быть такими, чтобы их подъехал собственник, забрал свою собственность и увез на то место, где будет возможность его разместить, потому что это зона застройки данного микрорайона. Есть поручение отдела архитектуры проработать варианты освоения данной территории, и оно должно вписываться в ту будущую планировку, которая будет на данной территории. Поэтому одно из главных требований – это должно быть временный характер данных сооружений. Еще вопрос. А вот ваше предложение, у вас земельные отношения как? Ну, может ответить заказчик. Кто заказчик есть? Да, есть. Да, пожалуйста. Комиссия. У нас есть земельные отношения, оформленные на два объекта порядка 16 квадратов. И просим Примури предоставить нам для развития, как бы вот для расширения порядка 200 квадратов. Ну, тут будет только через аукцион. Других вариантов не существует. Тем более, что вот этот шаг, который мы идем сейчас, он продиктован тем, на наш взгляд, не совсем правильным решением, но оно и вступило в силу решением суда по одному из участков. Поэтому мы соглашаемся вот на этот временный вариант, но земельные участки будут вынесены только через аукцион. Другого способа не существует, тем более в такой части территории города, как по улице Пушкина. Все понятно. Еще вопросы? Вопросов нет. Согласиться с предложенным вариантом, с акцентированием внимания на необходимости временного характера всем, кто там будет участвовать в застройке. Присаживайтесь.